Всем привет! Сегодня видео про то, как дизайнеры разбазаривают бюджет заказчиков на дизайнерском ремонте. А главное, куда разбазаривают, можно ли этого избежать, и если этого избежать, то получится ли дизайнерский ремонт. Смотрите видео целиком до конца, не отвлекайтесь. Я покажу вам целых 9 примеров того, куда утекает бюджет заказчика при дизайнерском ремонте. Я бы сказал, 9 черных дыр, которые пожирают бюджет. А вот надо вам это или не надо, решать, естественно, вам самостоятельно. Потому что каждый из этих примеров, собственно говоря, это дизайнерский прием. Но вот вопрос, а надо ли его использовать в интерьере или нет? В общем, давайте смотреть, а я вам буду обо всем об этом рассказывать. Итак, начну с объяснения, чем обычный ремонт отличается от дизайнерского. Люди иногда приходят в недоумение, почему же дизайнерский ремонт стоит настолько дороже, чем просто-напросто обычный ремонт. Вот здесь на графике вы видите, обычный ремонт делается гораздо дешевле и быстрее, чем дизайнерский. Почему? Потому что дизайнеры пытаются в своих работах навернуть много фишек дизайнерских решений, чего-то необычного, чтобы сделать интерьер, и соответственно каждое решение приводит к удорожанию и к удлинению сроков, потому что над каждым нужно повозиться, над каждым нужно заморочиться, потратить на это время. Вот сейчас по порядку буду вам рассказывать про такие случаи, а вы будете решать, нужно ли их применять в интерьере в собственном или не нужно. Ну и хочу сказать, что это далеко не весь список, который пожирает бюджет. Это всего лишь 9 примеров. А вы мне в комментариях напишите, какие еще есть примеры, может быть, из вашего жизненного опыта, может быть, коллеги-дизайнеры и строители напишут в комментариях, какие еще они, точнее, вы знаете способы пожрать бюджет. Ну, понятно, да, какие есть примеры из вашей практики. Ну и заказчики, конечно, тоже обязательно пишите, мне очень интересно. Итак, поехали. График вы видите на своем экране, он показывает, как цена будет расти от того, сколько вы решений таких дизайнерских будете применять. Здесь их вот у меня целых 9 обозначено. Пункт номер один, пожирающий ваш бюджет, это двери скрытого монтажа. Дверь скрытого монтажа будет стоить вам гораздо дороже, чем обыкновенная дверь с обналичкой. Объясняю почему. Стоимость самой двери скрытого монтажа дороже, чем двери с обналичкой. Установка такой двери стоит дороже, чем установка обыкновенной двери. И подготовка стены стоит дороже, чем подготовка стены к обыкновенной двери. Почему? Под дверь скрытого монтажа должна быть идеально вылизанная стена, то есть выведенная в ноль. А это совсем другие деньги, потому что стену нужно выравнивать совсем уже по другим параметрам. Под дверь обыкновенную, ну, примерно ровная стена должна быть и все, потому что все скроется обналичкой. Отсюда возникает вопрос, а надо ли ставить дверь скрытого монтажа? Тем более, когда дизайнеры иногда берут и дверь скрытого монтажа красят в другой цвет, нежели стена, или делают ее другим материалом. Но ведь тогда теряется смысл двери скрытого монтажа, она ведь уже становится абсолютно видимой. В чем же тогда логика-то, в чем дизайн, непонятно. Наверное, в том, что, ах, смотрите, у нас двери скрытого монтажа. Мы вот заморочились и поставили такую зашибенскую дверь. Для меня непонятно, проще, по-моему, поставить просто дверь с обыкновенную, с обналичкой, с коробкой, и все нормально. Посмотрите, вот на этом примере все великолепно смотрится. А причем двери, в общем-то, в цвет со стеной особо не выделяются, не выпячиваются, но тем не менее за счет своей архитектуры интересно смотрится. Вот и все. Поэтому вы подумайте 10 раз, какую дверь вам устанавливать. То есть самое главное, нужно задать вопрос, а зачем? То есть с какой целью мы устанавливаем скрытую дверь? Просто чтобы было, окей, но знайте, это увеличит бюджет вашего ремонта. А если у вас дверей таких 5 или 8, ну, то есть очень намного увеличится ваш бюджет. Пункт номер 2, пожирающий ваш бюджет, это трековые светильники, встроенные в потолок.
обратите внимание, вот так вот они выглядят. Здесь у нас есть схема, как они монтируются, и внешний вид этих треков. Начну с дороговизны. Ну, во-первых, сам по себе трек скрытого монтажа стоит дороже, чем, например, встроенные светильники. Если вы ставите дешевый трек, то вы с ним, конечно же, намучаетесь. Во-первых, он некачественный. Там бывает так, что те светильники, которые в этот трек вставляются, они просто выпадают. Бывает, очень часто эти светильники перегорают, просто за счет того, что сам светильник выполнен некачественно. Поэтому вопрос, стоит ли экономить, исходя из того, что он будет встроен, вмонтирован в потолок и просто так его оттуда не выдрать. А мы же с вами знаем, что все инженерные системы, которые встроены, они должны быть абсолютно качественными. Поэтому, если вы берете качественный встроенный трековый светильник, он дорогой. Это первое. Второе, его монтаж гораздо дороже, чем просто собрать потолок и потом в него вмонтировать встроенные светильники. Потому что сначала монтируется трек, потом к нему подводится гипсокартон, потом это все аккуратно зашпатлевывается. В общем, это целая задача для строителя, а соответственно они повышают стоимость. Второй момент, как они выглядят. Обратите внимание, вот на этой картинке мы видим такие черные полоски на потолке. И если сейчас абстрагироваться от того, что это светильники, вот давайте прищуримся и посмотрим. Мы увидим просто черные полоски. А теперь я вам задам вопрос. Согласитесь ли вы у себя дома на своем прекрасном белом потолке нарисовать черные линии маркером? Ну вот просто взять и вот так нарисовать черные линии. Вряд ли. А ведь этот трековый светильник по сути есть эти самые черные линии. Просто эта линия из металла, а не из маркера. Понимаете? Вот, поэтому отсюда возникает вопрос, а зачем их вообще делать? То есть в чем смысл такого светильника? Вообще трековое освещение, которое по периметру, например, или вдоль какой-то стены, это больше технический свет. И может быть галерейный свет предназначен для того, чтобы вставить разные светильники, по-разному осветить различные экспонаты, ну и так далее. А в квартире, на мой взгляд, это не всегда оправдано, поэтому задумайтесь, надо ли вам заморачиваться за такие светильники просто потому, что сейчас все так делают. По мне, так совершенно не обязательно. Можно использовать люстры, они выглядят гораздо наряднее и прекрасно смотрятся в том же минималистичном интерьере, как мы видим, вот, пожалуйста, на этом примере интерьера, который мы спроектировали, и заказчикам вполне нравится, никакие трековые светильники вообще здесь не нужны. Зачем? Люстра – это и красиво, и функционально. Пункт номер 3. Это, пожалуй, самая огромная черная дыра в вашем бюджете. Это напольные плинтуса скрытого монтажа. Для того, чтобы сделать эти плинтуса, нужно идеально выровнять стены. Во-вторых, этот плинтус нужно утопить. Для этого стену нужно либо штробить, либо на существующую стену сверху нарастить из нескольких слоев гипсокартона толщину, чтобы вот этот скрытый плинтус утопился как бы в тело стены. Поэтому он и называется плинтус скрытого монтажа. Это очень классная фишка с точки зрения ремонта. Смотрите, как мы можем. Но с точки зрения затрат денег не всегда оправдан. То есть, если вы не располагаете большим бюджетом, не можете себе позволить все оплатить, то я бы рекомендовал задуматься, а надо ли вам заморачиваться за такой сложный конструктивный элемент, как плинтус скрытого монтажа. Сам по себе плинтус дорогой, его монтаж дорогой. А еще, помимо того, что его нужно смонтировать, нужно выровнять стены в идеальную геометрию, потому что на немножко кривой стене такой плинтус установить невозможно. А еще в такие плинтуса встраивают подсветку. Тоже для меня этот элемент непонятен, я сейчас объясню почему. Ну, во-первых, раз плинтус скрытого монтажа, значит, его не должно быть видно. А как только мы включаем свет, мы сразу же обращаем внимание на эту светлую полосу, то есть делаем его видимым. Это раз. Второе. Когда светит подсветка, то есть она высвечивает всю пыль, которая скопилась у вас в углах. А пыль именно там и скапливается, надо сказать. Поэтому вот кого я знаю с такими плинтусами, с подсветкой, они никогда не включают подсветку, потому что она освещает ту самую пыль, которую мы не любим. Отсюда вопрос, а зачем нам делать плинтуса скрытого монтажа? Просто задайте вопрос, а зачем?
стоимость. Ну, например, такая установка таких плинтусов будет стоить примерно раз в 20 дороже, чем установить обыкновенный плинтус вдоль всех стен. Вот пример, как можно сделать. Здесь обыкновенный накладной плинтус, он из полиуретана, он, конечно же, стоит подороже, чем обыкновенный пластиковый, но здесь он не бросается абсолютно в глаза. Здесь скорее он выполняет роль такой, знаете, как строчка на пиджаке, вот такая красивая, аккуратная, такая как окантовочка. Вот здесь точно такая же роль и у этого плинтуса. Но смотрим мы не на него. Мы смотрим на мебель, на картину, на другие элементы этого интерьера, которые привлекают наше внимание. Я считаю, что нужно делать именно так, потому что дизайн складывается именно из этого, а не из того, какой плинтус мы с вами установили. То есть опять, плинтус скрытого монтажа – это умение строителей сделать идеально ровно, идеально классно, идеально подвести напольное покрытие, установить плинтус и показать: ах, какой я молодец. Конечно же, так делать можно, но вопрос, а надо ли? Номер 4. Это теневые профиля, ниши для штор, ниши для подсветки на потолке. Ребята, чтобы это выполнить, у вас должны быть высококвалифицированные специалисты, которые берут за это огроменные деньги, потому что нужно идеально выровнять стену, идеально выровнять потолок и встроить туда те самые специальные профиля, которые позволяют сделать вот тот самый теневой профиль. Вопрос: а надо ли это? А зачем? Ну, то есть, если мы показываем, какой классный строитель может сделать нам такой ремонт, тогда да. Но если цель не в этом, а цель все-таки в дизайне, в атмосфере, которую вы пытаетесь создать в интерьере, то большой вопрос, а надо ли делать эти теневые профиля? Я не отговариваю. Пожалуйста, кому хочется, делайте, если есть особенно на это деньги. Но если денег особенно нет, то делать, на мой взгляд, такие вещи не стоит, потому что они будут пожирать ваш бюджет. Лучше их потратить на что-то другое, на мебель, на шторы, на картины, в конце концов. Вот вам пример интерьера, где нету теневого шва, и мы вообще особо-то и не видим вот этой вот границы, потому что интерьер задекорен так, что мы... наш взгляд не направляем в эту самую щель вдоль всего интерьера, как это сделано вот здесь, например, да, в предыдущем варианте. То есть смотреть-то больше не на что, только на теневую щель. Вот отсюда вопрос, а зачем нам создавать такой интерьер, где наше внимание концентрируется на классном ремонте? Ну, это же не шоу-рум, как сделать классный ремонт, все-таки это ваша квартира или дом, в котором вы хотите сделать дизайн. Еще раз повторю, если есть деньги и желание, ради бога, пожалуйста, почему бы и нет. Но когда бюджет ограничен, то надо бы задуматься, зачем мне это делать. После теневых профилей следующее, что пожирает ваш бюджет, это, конечно, ниши для штор, ниши для подсветки и вообще все другие сложности на потолке. Опуски, карнизы, что-то там еще, что-то мы захотели навернуть. Это все работа с гипсокартоном, которая усложняет жизнь ремонтникам, соответственно, повышает их желание поднять стоимость на ремонтные работы. Вот и все. А поэтому, когда мы хотим сделать ниши для штор, мы должны себя спросить, а зачем нам это нужно? Ну, может быть и нужно, но вы должны четко понимать, что это съедает ваш бюджет, потому что усложняет конструкцию потолка. Чем сложнее конструкция, чем сложнее ремонт, тем дороже он стоит. Тем больше материалов вы на это тратите. Все очень просто. Ну и здесь опять же надо задать вопрос, а на что мы смотрим? Ну, наверное, здесь мы смотрим на подсветку в первую очередь, да? Ну хорошо, посмотрели. А дальше мы смотрим на штору, которая тряпочкой висит из-за какого-то там, значит, из какой-то ниши. Красиво это или нет? Ну, наверное, с точки зрения ремонта, да, красиво. С точки зрения дизайна, вопрос. По-моему, тут вообще нет никакого дизайна. Здесь просто есть умение строителя сделать вот так классно. А как, например, можно было бы?
А можно было бы, например, сделать вот так. Это дизайн Кирилла Истомина, прекрасного дизайнера, я считаю, который умеет обращаться с текстилем, со шторами, ну и вообще делать прекрасные интерьеры. Но суть не в этом. Смотрите, здесь нам хочется разглядывать картины на стене, штору, вот с таким необычным карнизом, который скрывает шторы, тоже сделанные из ткани, мебель, светильники интересные, декор, дверь, например. Вот мы хотим разглядывать интерьер, понимаете? И он нам кажется интересным, вкусным. Опять же, нравится, не нравится, это уже второй вопрос. То есть дизайн можно сделать другим. Смысл в том, что дизайнер направляет наше внимание на разглядывание интерьера, а не на разглядывание ремонта. Здесь нет у него никаких ниш с подсветкой, как здесь, например. Ну и, как говорится, сравните, есть две разницы. Либо мы вкладываем деньги в ремонт и тратим вот это, делаем вот эту нишу, вот эту подсветку, либо мы вкладываем деньги в дизайн. Две большие разницы. Опять же повторюсь, что кому-то нравится подсветка, это не значит, что не надо ее делать. Просто вы должны понимать, что усложнение конструкции, усложнение ремонта ведет к тому, что ваш бюджет уменьшается, деньги тратятся. Вот это все ведет к этому. Так может быть, задуматься о том, что все-таки сделать дизайн получше, а не вложиться в ремонт. Хотя можно и в ремонт. Следующее, что будет неизбежно пожирать ваш бюджет, это встроенные смесители, это встроенные сантехнические предметы, такие как душевая лейка, вот это управление все водой, встроенное в стену. Почему? Потому что сами предметы стоят дороже, чем обыкновенные накладные. Это раз. Второе. Их монтаж стоит дороже. Ну, хотя бы просто потому, что нужно стену проштробить, заложить туда трубы, это уже сложнее. Плюс все внутренние элементы сантехнические стоят дороже, чем обыкновенно там накладной смеситель или душевая стойка. Вот это все в совокупности удорожает, и вместо там, допустим, 100 тысяч рублей, вы потратите 300, чтобы вот сделать вот так вот все скрыто и красиво. Вопрос, а надо ли? Ну, дизайнеры, как правило, скажут, ну, конечно, надо, но это же прикольно. Но я бы тогда задал вопрос, а зачем, да? То есть, если есть ответ на вопрос, а зачем, ну, тогда да, тогда смело делайте. А если ответа на этот вопрос нет, тогда зачем делать? Может быть, как-то сделать по-другому и сэкономить бюджет? Ну, например, вот так. Можно поставить отдельно стоящую тумбу, на которую можно установить просто смеситель. Прямо на тумбу. Это будет гораздо дешевле. Смеситель дешевле, чем встроенный, и подключение его дешевле. А самое главное, это быстрее. Не надо заморачиваться со штробами, с трубами, со сложными внутренними элементами. Ну и даже если у вас что-то там сломается в смесителе, вы просто его открутили, выкинули и поставили новый. Вот и все, вот вам пример. А смотрится, ну неужели хуже? По-моему, даже круче. Следующее, что неизбежно пожирает ваш бюджет, это крупноформатный керамогранит. Это то, что сейчас любят все дизайнеры и даже сняли кучу роликов на тему того, что нужно использовать только крупноформатный керамический гранит в ваннах и в санузлах, потому что это очень классно, это очень красиво, это модно, современно и прогрессивно. Смотрите, нету ни одного шва. Смотрите, как он по-современному смотрится, ну и т.д. и т.п. Опять же хочется задать вопрос, а, собственно говоря, зачем и ради чего? Ну вот смотрим мы здесь на санузел, есть унитаз, раковина, есть кусок керамогранита и все. Ну как бы на что смотреть, непонятно. Опять же на ремонт, опять же на то, что вы смогли купить такой кусок керамогранита и затащить его сюда. Ну, наверное, да. Ну а по сути, здесь ничего дизайнерского особо-то и нет. Мы смотрим прежде всего на унитаз, который белый аж горит на темном фоне. Я, кстати говоря, не думаю, что именно унитаз это тот предмет, к которому нужно приковывать ваше внимание и внимание ваших гостей. Ну, согласитесь. Ну, а следующее, что мы видим, это, конечно, керамогранит. Наверное, он прекрасен, но выглядит как выставочный образец в салоне магазина. Вот такое у меня мнение.
Я вам покажу сейчас вторую картинку. Здесь интерьер ванной комнаты. Мы совершенно не обращаем внимания на ванну, на унитаз. Мы смотрим на раковину. И, кстати говоря, на плитку мы тоже не смотрим, потому что она не играет здесь главную скрипку. Да? Она просто является фоном в этом интерьере. А самая красота – это тумба, это зеркало, это декор. Вот на них мы и смотрим. Сравниваем с первой картинкой, а здесь мы смотрим на унитаз и на керамогранит. Но вот, как говорится, выбирать вам, что вам больше нравится, или вот так, или вот эдак. Опять же, я не говорю, что именно такой дизайн вам понравится, совершенно не обязательно, он может быть другим. Я про сам принцип, на что мы обращаем внимание. Значит, керамогранит, во-первых, стоит сразу дороже. Крупноформатный керамогранит стоит сразу дороже, чем обыкновенного размера. Во-вторых, его обработка гораздо сложнее, чем нормального размера плитка. Потому что нормального размера плитку мастера могут обрабатывать прямо на месте своими станками, а крупноформатный гранит на месте не обработать. Его нужно везти в акварезку. То есть вы заплатите еще за одну доставку, его нужно отвезти в специальную акварезку, где вырежут отверстия необходимые под сантехнику, обработают углы, чтобы стыковать красиво, и потом вы повезете его обратно. Это второй расход. Дополнительные доставки. И третий – это подъем. Подъем стоит сумасшедших денег. Попробуйте поднять этот керамогранит на 25 этаж. Только вручную он поднимается, потому что керамогранит не влазит ни в один лифт, ни одного жилого комплекса. Потому что у лифта низкая дверь, а керамогранит 2,5 метра или под 3 метра лист, попробуй его туда засунь, он не входит просто. Поэтому вы понесете его вручную, и стоимость такого подъема на 25 этаж будет стоить дороже, чем сам керамогранит. Следующий пункт, который очень любят заказчики, приносят всегда такие аналоги, просят так сделать, не осознавая, сколько это будет стоить. Первое, экран для ванной из плитки. Это стоит сумасшедших денег. Привожу пример. Обыкновенный экран для акриловой ванны, то есть пластмассовый из акрила, стоит там в районе 15 тысяч рублей. Чтобы сделать экран из плитки для ванной, вы потратите минимум 150 тысяч рублей. Потому что стоимость рамы, которую нужно сварить и обшить под облицовку плиткой, стоимость плитки, стоимость облицовки плитки, стоимость врезания люка в эту плитку, а обязательно люк появится, потому что нужно обслуживать сифон под ванной, то есть люк нужен. И это тоже проблема, потому что как люк встроить так, чтобы его было не видно, а люк нужно обязательно встраивать. В общем, как минимум в 10 раз такое решение дороже, чем обыкновенный экран для ванной. Вот и подумайте, а нужен или нет. Конечно, опять же, дизайнеры скажут, да, конечно, нужен, так же красиво. Зачем этот дурацкий пластиковый экран? Ну, вот давайте посмотрим на эту ванную комнату. Здесь ванна облицована плиткой. Ну, вот в чем здесь красота? Наверное, в аккуратности работы мастера. Ну да, можно восхититься, можно поаплодировать, и можно кому-то его посоветовать. Смотрите, у меня классный мастер. А можно, например, сделать что-то подобное и совершенно не париться, какой у вас экран. Здесь он обыкновенный, белый, из акрила. Никакой сложности его в монтаже нет. Снять сложности никакой нет, а соответственно добраться до сифона. И стоит он копейки в сравнении с облицовкой плитки. А самое главное, он не привлекает к себе внимания, потому что нам этого не надо. Мы разглядываем совершенно другое. Мы разглядываем дизайн. Тумбу, зеркало, раковину, смеситель, люстру, все что угодно, но не экран. Вот и все. Это называется управление взглядом, а также бережное отношение к вашему бюджету. Вот так мы стараемся работать в своих интерьерах, то есть не транжирить бюджеты заказчика. Это очень важно, я считаю. Мы уже подходим к концу, дорогие друзья, поэтому давайте соберемся с силами и посмотрим еще несколько вещей, которые будут пожирать ваш бюджет. Что же это такое? Это встроенная мебель. Любая встроенная мебель, которая выполняется по индивидуальному заказу, по индивидуальным размерам, будет сразу стоить дороже, чем отдельно стоящая, которая есть в магазине.
какой-то мебели мы избежать совершенно не можем, то есть нам надо что-то куда-то встроить, а какой-то можем спокойно избежать и не тратить на это деньги. Ну вот, например, я считаю, что вот такие решения со встроенными шкафами совершенно ни к чему, потому что для него нужно построить нишу, ее облагородить, сделать ее правильной геометрической формы, а иногда это не получается, и, соответственно, мебельщики вступают в конфликт со строителями, нужно что-то переделывать, это затягивает сроки, а также увеличивает бюджет. А в итоге вы получаете вот такое темное пятно на фоне белой стены. Вопрос, а зачем? Зачем это нужно было? Это же некрасиво. Нужно находить, наверное, другое решение. Вообще я считаю, что шкафы нужно максимально скрывать и не выпячивать в интерьер. Вот смотрите, я шкаф. Вот, понимаете, да? Ну, короче говоря, любая встроенная мебель будет стоить дороже. Отдельно поставить шкаф будет стоить дешевле. Вы просто знаете про это. Не всем это нравится, кто-то хочет встроить, ради бога, но это стоит дороже. Просто понимайте. Ну и особенно из встроенной мебели это относится к раковинам, которые очень часто делают дизайнеры, да практически всегда. Для того, чтобы вот она четко вошла между ванной, между каким-то столбом, чтобы в нишу ее вписать. То есть вот такая вот штуковина на заказ будет стоить примерно 1250. Это сама раковина, это столешница, это раковина, встроенная в эту столешницу. И это, чтобы навесить эту раковину на стену, вот 1250 это минимум. Вы просто отдадите вот за то, чтобы ну вот так вот сделать. Вопрос, зачем? Ну то есть это красиво или нет? Или это просто функционально? Если это просто функционально, может быть, стоит подумать о том, а какими другими способами можно решить эту задачу. Функциональность я имею в виду. Вот как пример две наших ванны. Одну вы уже видели, вторую нет. Это отдельно стоящие раковины. Вот смотрите, вот это вот просто отдельно стоящая раковина, которая стоит там в пределах 30-40 тысяч рублей. А справа это просто этажерка, которую можно купить там на Авито, либо Бе, где угодно, в которую складывать все самое необходимое, которая стоит там, ну, 10 тысяч, ну, 15, ну, пускай 15 тысяч рублей. Все, друзья, вот смотрите, раковина и этажерка. Вместе их сложить, получится тут 30, тут 15, 45 тысяч рублей. Ну, хорошо, пусть 50 тысяч рублей, но не 250 же. С другой стороны, посмотрите, насколько это смотрится интереснее, потому что здесь акцент сделан на зеркало необычное, светильник, понимаете, такие цветовые пятна, и функционально, и красиво, и стоит в 5 раз дешевле, нежели вот эта раковина. Ну и заключая тему со встроенной мебелью, это, конечно, прихожую, в которую, ну, прямо вот в каждой квартире все стремятся встроить какой-нибудь быстрый гардероб, какой-нибудь шкаф, для того, чтобы, ну вот как-то оформить прихожую, чтобы скрыть одежду. Хочу вам сразу сказать, это очень дорого. Встроенная мебель, вот эти вот все шкафы, особенно здесь какие-то закругленные стенки, это прямо сильно дорого. Такой шкаф может прям смело стоить 1250. Ну вот сразу. А может быть 300 даже. А вообще мы тут недавно один шкаф считали в интерьер, он вышел нам 800 тысяч рублей. А у другого поставщика считали в 1,5 миллиона шкаф. Представляете, какие сейчас суммы? Так вот вопрос, а надо ли так делать? Учитывая тот факт, что шкаф вообще не должен выделяться как-то в интерьере. Зачем? Это же просто какая-то большая коробка, которая скрывает вещи. И если мы делаем эту коробку видимой, то мы показываем огромный некрасивый объем, который врывается в наш интерьер. Вопрос, зачем? Зачем мы это делаем и зачем мы тратим на это кучу денег? То есть задумайтесь, вы изначально ставите вопрос неправильно. Как мне красиво оформить шкаф? А его не надо никак красиво оформлять, его надо скрыть по максимуму и сэкономить денег. Вот, например, в этом интерьере шкафа нет, он просто за дверью. За дверью просто висят штанги с плечиками, сделаны полочки самые дешевые, купленные в Леруа Мерлен. И все, вот вам и шкаф.
Но зато это позволяет освободить всю прихожую вот от этих вот дурацких огромных шкафов, которые стоят по 500, 600, 800 тысяч рублей. Понимаете? И купить нормальный декор. Зеркало, пуфик, комод, картину. Посмотрите, какая красота. Вот сравните, или здесь, или здесь. И стоит это гораздо дешевле, понимаете? Ну что там, зеркало, пуфик и комод, ну пускай они будут стоить там все вместе 200 тысяч рублей. Ну хорошо, 300. Но это красивее, а самое главное, дешевле, чем делать встраиваемую мебель в прихожую. Особенно вот все эти быстрые гардеробы там. Вот, то здесь изначально на старте заложена ошибка в понимании. То есть делать шкаф красивым. Красивым не надо, надо придумать, как его спрятать. А это на самом деле вопрос планировки. Изначально, когда мы продумываем интерьер, мы должны подумать о планировке, о местах хранения. Так вот, если у вас с этим затруднения, то вы можете обратиться ко мне. У меня есть разбор планировок, я делаю эскиз планировки, потом вас консультирую. Это за денежку, но совершенно небольшую. Если интересует, то пишите в комментариях, обращайтесь, с удовольствием для вас сделаю разбор вашей планировки и сделаю вам прямо идеальную квартиру, идеальное пространство для жизни, чтобы было удобно и в будущем красиво. Ну и переходим к последнему пункту, который называется украшение стен. Любой декор, который появляется на стенах, это то, что ведет к удорожению вашего бюджета. Самый яркий пример – это молдинги и карнизы на стене. Чаще всего мы это видим в классических интерьерах, и это сразу же начинает пожирать ваш бюджет. Почему? Потому что стоимость этой лепнины, это материалы, которые мы покупаем сразу же. Ну, понятно, есть разные производители, есть подороже, есть подешевле, есть импортные, есть отечественные, но тем не менее вы покупаете это дополнительно. Далее, их нужно наклеить, это дополнительная работа строителям. Ну и, конечно же, это все съедает время. То есть на это тратится дополнительно достаточно много времени, чтобы все вот оформить как-то так или иначе. Ну, кстати говоря, вопрос тоже опять, а надо ли так оформлять или как-то иначе. Но раз уж делаем классический интерьер, то, наверное, не стоит в него ставить вот такие спортивные элементы. То есть, мне кажется, это, конечно, какой-то вообще зашквар. Зачем? Ну, классический интерьер, и в нем появляется какая-то велотренажер. Зачем? Непонятно. Ну, то есть вы вкладываете деньги в стены, в ремонт, и тут же убиваете свой интерьер вот такими вещами, да и к интерьеру тоже возникают вопросы к этому конкретно. То есть, когда мы, например, подходим к классическим интерьерам, ну, сейчас чисто классические мы сделать не можем, мы, конечно же, миксуем их, современной мебелью миксуем и делаем что-то не похожее на классические интерьеры с классическими молдингами, мы всегда придумываем что-то свое. Например, вот в данной работе, посмотрите, какой потолок, это такой, знаете, реверанс Диору, помните строчку на его сумке? Вот она здесь повторена на этом потолке. Это тоже те же самые молдинги, просто они на потолке. Да, это удорожает ремонт, но раз мы его удорожаем, то мы должны это делать со смыслом. Мы должны это делать с идеей. Понимаете? А не просто так, что ну вот у нас классический интерьер, поэтому сейчас мы побольше колонн, побольше молдингов, побольше всего. А в итоге как-то смотришь и думаешь, а зачем тут велотренажер в этом, в классическом интерьере? Я так и представляю. Людовик XVI на велотренажере посреди Елисейских полей. Или где? Нет, почему полей-то? Ну, в общем, в своем дворце. А из украшения стен очень любят заказчики, это рейки. Это сейчас везде, повсеместно. Их лепят там, где надо, там, где не надо. Но вот глядя на этот интерьер, можно смело их отсюда убрать, и в принципе ничего не поменяется. Ну, просто будет такой же минималистичный интерьер, в принципе, и все. Вот. Поставим эти рейки обратно, опять же, ничего не поменяется. Сдвинем их вправо, ничего не поменяется. Отсюда вопрос, а зачем они здесь нужны вообще? Ну, то есть, не надо лепить что-то ради того, чтобы это было. Тем более, что это съедает деньги. Ну, то есть, вот давайте представим.
сам материал стоит денег. Раньше его делали из деревянных брусков, а сейчас его делают из чего угодно. Могут из металла сделать, могут из дерева сделать, могут из полиуретана сделать, могут из гипса сделать. Ну, в общем, вариантов миллион. Но все это стоит денег. Что-то подешевле, что-то подороже, но тем не менее вы это покупаете за деньги. Но еще дороже это смонтировать, потому что каждый брусок нужно обработать, покрасить, прикрутить, приклеить, отмерить, следующий прикрутить, все это красиво подрезать. Это съедает ваш бюджет. А потом я получаю отзывы, что ой, вы знаете, мы сделали эти деревянные бруски, лучше бы мы их вообще не делали, потому что мы с ними намучились, а потом их начало вести, потому что, ну, это же дерево, оно живет в интерьере, оно расширяется, сужается в зависимости от температуры. Ну, в общем, рейки – это такая штука, которая тоже съедает ваш бюджет. Просто знайте об этом. Это не просто красиво, это все влияет на деньги, которые вы будете тратить. Вопрос зачем? Может быть, по-другому решить этот вопрос? Уж если вам сильно нравятся рейки, ну, можно это использовать в мебели. Например, в рифленых фасадах, которые имитируют рейки, но которые как-то оправданы, должны быть в вашем интерьере. Понимаете? То есть не просто налепить. А вот, например, как в этом примере, то есть чтобы в них был хоть какой-то смысл. Понимаете? Ну вот хотите рейки, окей, сделаем, но давайте мы какое-то новое прочтение им сделаем. И дешевле, и красивее. Конечно же, это 3D-панели, которых сейчас много, они разные, из разных материалов, стоят они дорого, а есть, которые стоят просто гигантских каких-то денег, плюс их нужно сделать, смонтировать, залепить все вот эти швы, потратить на это деньги, и в итоге мы получаем какой-то вот такой результат, вопрос зачем? Ну, зачем вы это делали? Чтобы ее подсветить по периметру и показать, какие у вас есть волны? Ну, сомнительный такой дизайн. При этом диван какой-то абсолютно никакой. Ну, опять же, какая-то штора, как тряпочка. Ну и, в общем, в целом мы такие сидим и смотрим и думаем, ну да, 3D-панели. А смотрите, гости, у меня 3D-панели. Я на них потратил аж целых 190 тысяч рублей. Надо еще добавить, сколько строителям за это заплатили. Вот, то есть там тоже цена будет приличная. Вопрос, а зачем ты это делал? Непонятный. Может быть, лучше просто картину повесить и будет гораздо симпатичней. Ну, пускай картина даже стоит там, не знаю, 190 тысяч рублей, но картину можно с собой унести, понимаете, и в другом интерьере повесить, продать ее можно. А если хороший художник, то это же вложение денег, она еще и подорожает со временем. А вот это со временем не подорожает, потому что это просто 3D-панели, которые налепили просто потому, что где-то просто увидели аналог, вот смотрите, там это делали, ой, классный материал, я хочу, давайте сделаем. Я не против 3D-панели, но если вы их делаете, ну так делайте тогда с умом. Пускай они будут готовые, а еще лучше, пускай они будут придуманы какие-то свои, вот как мы делали в этом интерьере, здесь мы абсолютно свою пластику применили, то есть это абсолютно какие-то авторские панели, которые на заднем фоне у кровати. Но оно и понятно, раз уж мы тратим деньги, ну так мы должны делать это как-то осознанно, так, наверное, чтобы ни у кого не было, чтобы это было какой-то фишкой, тем более, что здесь история такая, что эта панель, то есть вот эта пластика стены имитирует фасад здания флагманского магазина Dior, который находится в Майами, и вот там такой фасад. Мы его сюда перенесли, потому что этот интерьер мы делали по мотивам Dior. Ну и, кстати, потолок, опять обращаем внимание, это та строчка сумочки Dior, это тот реверанс этому кутюрье. Соответственно, здесь мы можем говорить, что это оправдано, это сделано со смыслом, деньги потрачены не зря. В этом варианте большой вопрос, а надо ли было это делать? Может быть, проще было повесить картину вот такую, и было бы гораздо красивее, было бы что поразглядывать. На этом у меня все, друзья. Я перечислил вам 9 пунктов, даже с некоторыми подпунктами, которые однозначно будут увеличивать ваши траты на ваш ремонт. Отсюда вам надо задать вопрос. Во-первых, сколько денег я готов потратить на бюджет? Какие решения для меня важны, какие не важны, какие приемлемы, какие неприемлемы, каких можно было бы избежать, и поставить задачу дизайнеру. Дорогой дизайнер, у меня вот такой-то бюджет, давай-ка подумаем, как сделать интерьер красивым, дизайнерским,
но не разбазаривать мой бюджет. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, о чем я забыл сказать, что еще пожирает бюджет, или что не упомянул. Ну, конечно, список еще можно продолжать, но хочу услышать его от вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, и всем пока! Да пребудет с вами муза!